На улице Декабриста в районе Горсовецка установлены знаки, ограничивающие движение транспорта 40 км в час. Владелец «Шевроле» говорит, что серьезно не превышал, ехал не больше 60. Тем не менее, даже такой скорости оказалось достаточно, чтобы иномарка стала неуправляемой. Водный клин попал, и все, то есть меня просто юзануло, и я даже сам не успел ничего понять. Сначала в «Газель» летел, «Газель» успел объехать, а «Матисс» не успел. Во время заноса молодой человек на «Шевроле» смог увернуться от металлического забора попутного грузовичка, но в итоге его легковушка на всем ходу вылетела на встречную полосу в лоб «Матиссу». С поворота выехал сюда, и он летит на меня, его крутит машину. И прям на меня. Вправо не мог, потому что с той стороны тоже поворачивали. Если бы я бы свернул, они бы зацепили меня. «Шевроле», естественно, оказался прочнее малолитражки. В салоне «Круза» сработали подушки, которые уберегли автомобилиста от травм. А вот владелец «Део», хотя был пристегнут, ударился головой. Владельца «Матиза» голова побаливает, говорит. А так, вроде бы. Ну и лицо от подушки, и все. Скорую не вызывали? Пока нет, но, наверное, все-таки вызовем, может быть. Ну, сейчас посмотрим, то есть по состоянию там. Для того, чтобы увезти «Део Матисс» с места аварии, пришлось вызывать эвакуатор. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».